продолжаем наш эфир. Мы думаем, что сейчас он станет намного интереснее, потому что сейчас будут твориться чудеса. Фокусники у нас в студии. Хочу представить, это заслуженный артист России, чемпион Европы Валерий Бастраков. Также у нас иллюзионист из Кении Эндрю Симью. И переводчик, конечно же, куда без вас, Берликова Айгерим. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Мы знаем, что 9-10 числа, 9-10 марта в филармонии вот произойдет вот настоящее событие. Там будут показаны просто лучшие фокусы с участием наших отечественных иллюзионистов, ну и, конечно, вот, заслуженных иллюзионистов из-за рубежа. Вот приоткройте завесу тайны, что будет? Вот, или вы тоже не представляете, что там вообще будет происходить? Ну что будет? Будет, собрались лучшие фокусники. Вот, со всего мира, можно сказать, из Америки, вот из Кении, вот из России. Я даже точно всех не могу перечислить. Но собрались лучшие. У каждой страны своя школа. Вот, допустим, в Бишкеке я первый раз, в Киргизии. Меня... Добро пожаловать! Здесь не видели меня еще. И вот тоже из Кении Энри первый раз здесь. И как бы нас пригласил Амурбек. Вот. И, в общем-то, хорошо встретил. Сегодня мы утром только прилетели. И сразу на рыбалку. О. Вот. А, это пакет мой. Ага. Ох. Интересно. Это магический пакет. Да. Нет, это простой пакет из магазина. Угу. Что у меня здесь? А, удочка. Угу. Удочка, рыбалка. Так. Будем рыбать. О, вот такая удочка. Ага. Так, я проверю свой сотовый телефон, на месте. Все ли на месте? Самая обычная удочка. Угу. Вот. И забрасываем. Что там есть? Чувствуете, клюет. Чувствую. Ого, вот это рыба такая. Вот это улов. Вот это улов. Да. Ну, это, конечно, шутка. Угу. На рыбалку мы не ходили сегодня. Немного отдохнули, и вот сразу сюда. Угу. Вот. Это... Ну, не последнее, крайнее, как говорят сейчас, мое изобретение, 26-е. 26-е изобретение. У меня вообще вот 26 изобретений в фокусах. И я привез сюда номер, который будет 9-10 марта. Там собраны все мои лучшие трюки в одном номере. Ну, рассказывать как-то неинтересно. Конечно, я думаю, это же будет, потом люди увидят. Лучше посмотреть. С этим номером я объехал уже, можно сказать, ну, не полмира, но четверть мира. Так у меня уже 45 стран. Киргизия 45-я страна. 45-я страна, отлично. В этом году я только побывал уже в Испании, в Англии, в Финляндии. И в Санкт-Петербурге. Я так фестивале. Понимаю, когда вы поехали в Испанию, вы из пакета доставали быка. Может быть. Я не знаю. У меня вопрос к Эндрю. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот сколько вы уже занимаетесь микромагией или, возможно, макромагией? Вот сколько вы занимаетесь иллюзиями? Yeah, I started when I was 15, but it has been a long experience until now. But now I like 5 years of this. Я начал с 15 лет, говорит, но вот вплотную прям занялся с иллюзией последние 5 лет, говорит. Последние 5 лет. Ну, это срок, между да, прочим. Да, а вот насколько хорошо развито волшебство в Африке? Вот на том континенте, который является, вот, по мнению многих, ну и после фильма «Черная пантера», вот прям вот настоящим магическим вот средоточием всего мира. What is the level of magic? How is it developed in the Africa, in Kenya, in your country? And in Kenya, yeah, it's coming up because when I came back in Kenya 2016, they were not the magic like the one I'm doing. But every day people, they are getting shocked and they don't understand, but I have to tell them. So it's coming up and they are starting to understand, but it's so difficult because of the... Christian and the Muslim, so it's a little bit difficult, but I make them to understand. Он говорит, что в их стране именно у них религиозные эти христиане, мусульмане, и они не очень хорошо понимают, и он сейчас он старается объяснить, развивает. Хорошо, Эндрю, но вы не беспокойтесь, у нас публика
знаете, открытая. У нас публика, наши, скажем, соотечественники любят фокусы, они любят любые выступления и готовы поддержать все, что, скажем, ну, все качество они поддерживают не только аплодисментами, но и, скажем, продолжают радеть за это и после выступления. He says, don't worry about our audience. It's very open. They like magic. They are waiting for you. Поэтому прямо сейчас мы готовы посмотреть на ваш фокус. And right now we can look at your magic. You can show us. I'll show you something. Yeah. Mm-hmm. I will take a book. This is my favorite book. I like. Yeah. Это его любимая книга? Yeah. Oh. Souvenir. Okay. I give you a souvenir first. Yeah. Thank you. Okay. Now I would like to come just in the middle so that I can show you something. Yeah. Mm-hmm. Okay. Here we okay. Yeah. The book is a normal book. For reading, yeah. Обычная книга для чтения. Yeah, I just want you to say just stop there where you can just say, okay? Положит карту. Скажите stop. Stop here, yeah. Mm-hmm. Okay, let's do this. This there and go. Okay, I want just you to read on one, the first one. Yeah. Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. Just read the word, the first, the last one. And their book there. Uh-huh. Understand, yeah? What's the name of that? 99? Virgo, yeah? Virgo. Да. Virgo. Нет, Virgo. Последнее слово? Да, слово прочитать после. Virgo. So, now, we put the book there. I can't go anywhere closer to it, yeah? When you sit closer here, Пусто. Показывает. Запечатываем конверт, я заклеиваю, так понимаю. Конверт обычным способом. Can you just put it, we put here. Uh-huh. Closer, yeah. I want you to focus on that name. Okay? Сфокусируйтесь на этом слове, Вирку. Uh-huh. Uh-huh. Сфокусировались. You remember the name, yeah? Помните? Uh-huh. You remember? Did you see the page number? Помните страницу? Да. You remember the page? Yes. Number, yeah? Yes. You remember? Uh-huh. Yeah? You yes. Too, yeah? Yes. Okay. Look. I go inside. Захожу. I take the page. Берете эту страничку. I throw inside. И кладете внутрь. The envelope. Uh-huh. Очень интересно, что сейчас внутри. It's done. Moment. You remember the page? Yes, number? 99. 99. Немножко перевесно. Wait, you say 99? No. One more. Where is... Нету 99-й страницы, вы понимаете? Where is the page of 99? Can I show it? Yeah. Итак, wow. Смотрите, 98, можно даже увеличить. Страница, на которой были, плаката. Скажем так, было наше слово, был наш номер, 99, она куда-то исчезла. Просто варварским способом ее вырвали, да, и оставили нас без нашей страницы. И я даже боюсь предположить, что эта страница в этом конверте. Вау. Can we open? Yeah. I want us to do this together, okay? Together, okay. Он хочет, чтобы мы сделали это вместе. Я внимательно слежу за руками. Так, открываем. Прям такая интрига, нужна барабанная дробь. Самое интересное, что конверт был заклеен, и мы заклеили его вместе со зрителями. Вау! This is the page 99. This is amazing. Я, честно, очень удивлена, потому что даже оторвано так, как и надорвано в книге. Так, давайте даже проверим. Итак, подставим. Видят, да? Так, мы подставляем и понимаем, что...
Как? Как это делается, я лично не понимаю. Отлично. Хорошо. Thank you so much. This is interesting and amazing. Окей. Okay. Есть еще фокусы? Конечно. Мы готовы смотреть, наслаждаться, потому что я вот только начинаю заряжаться. За телефоном своим я слежу, вы не беспокойтесь. Поехали. Ну вот манипуляция, микромагия. Но я немножко сделал как бы из микромагии, чтобы было всем видно. Вот кладу я в эту руку. А достаю отсюда. Понятно, да? Да. Кладу сюда, а достаю отсюда. Вау! Теперь вот, две. Что-то уже двоит. Вот. Ну, естественно, мы на концерте будем показывать не эти мелкие фокусы, а там более крупные фокусы. Это просто как бы такой репетиционный вариант. Так, я проверю за ушами. Нету, вроде монет не наблюдается. Хорошо. А что еще будет показано на этом концерте, который будет длиться целых два дня, кстати? После него, если не ошибаюсь, вы, по крайней мере, организаторы говорили, что будут предоставлены мастер-классы по тематике сценической магии. Все верно? Да. Мастер-классы от выступающих. Да. В общем-то, опыт у меня большой. Я занимаюсь уже 40 лет только профессионально фокусами и еще 7 лет в самодеятельности. И как бы у меня много учеников. Я помогаю, допустим, кто начинающим, подсказываю. Есть вот из Дании ученик, из Франции есть ученик, подходил ко мне, спрашивал, потом через некоторое время подходил уже такой высокий, и говорил спасибо, что я ему когда-то помог. И в этом случае тоже, я думаю, что мои знания понадобятся. Отлично. Вот. Ну, мне кажется, что на этот мастер-класс вот нужно обязательно попасть. Сейчас мы снова попадаем в мир магии. Эндрю. Are you ready? Thank you so much for that chance again. За этот шанс еще раз. Okay, now I want to do another one, but I'm going to do with you again. I like when you do things together, yeah? Okay, yes. Okay. This is a four of... Четыре бубен. Diamond, yeah? I want to anyone okay, write something. Yeah. Yes. Just put a signature. Yeah? Thank you so much. Now, this is the only unique card inside here because of your signature. Это уникальная карта, потому что мы подписали ее. Can we show it? To show the card. Yes, this card. Yeah, we can show it. So. Я написала утро, потому что мы на утренней программе. Окей. Take the card. I just want you to put this anywhere where I can't get it. Окей, я положу себе в карман. Can I do it? Окей. Now, it's my chance. Эндрю тоже что-то пишет на карте. Еще. Эндрю оставил автограф. Автограф. Тоже уникальная карта. Now. Карта в зубах. Она исчезает. Растворяется во рту. Как из банкомата появляются деньги. Can you take the card out, please? Yes, of course. Я достаю карту. I want you to show. Can I open this? Yeah, yes. Карта Эндрю, которую подписал именно он. А моя карта оказалась у Эндрю. Вот это да. Я думаю, мы можем похлопать, правильно? Это очередной фокус, о котором не устанешь наблюдать. Thank you so much. Okay. Так, еще есть у нас фокус, да? Я смотрю, вы приготовили. Первый в мире кондиционер. Ага. Извините, пожалуйста. Я, да? Помашите. Должен? А, помахать? О,
Ай-яй-яй. Очень интересно. Шаляева, вы не умеете пользоваться кондиционером? Да, я его сломала. Волшебные слова, надо сказать. Пожалуйста, пожалуйста. Ты тоже его сломала? Ай-яй-яй, шаляй-валей. Ай-яй-яй, шаляй-валей. Почти. Надо сказать, пожалуйста, скажите. Ай-яй-яй, шаляй-валяй. Ай-яй-яй, шаляй-валяй. О, у меня получилось. Это, наверное, потому что я девушка. Ну, это самое, я показывал с мелочью. Ага. Подменили мне бумагу. Белая бумага. Угу. Но это бумага с водяными знаками, видите, да? Вот она, с водяными знаками бумажка. Так, вот она, бумажка с водяными знаками. А, волшебные слова запомнили? Ай-яй-яй. Шалей-валяй. 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 Ну, пожалуйста. Я просто на минутку посмотрела в другую сторону, и тут оказались деньги. Ну, пожалуйста. Вот а так. Вы не могли бы их до реального размера уменьшить? Чтобы это были именно настоящие. Это у нас, это, как говорят, длинный рубль. А в Америке большие доллары. Большие деньги, да-да-да. Это шутка. Тоже можно поаплодировать, потому что, ну, это интересно. Так, ну и давайте заключительные пару фокусов, для того, чтобы мы уже вот могли, скажем так, последний фокус даже подсказывает нам редактор. Что-нибудь такое яркое, запоминающееся, чтобы все наши гости 9 и 10 марта захотели оказаться в филармонии. The last and the best magic you can show. Yeah. The last okay. one. Тоже с картами, да? You're going to use the game, the cards. But now we have to put a romantic moment. Yeah. Романтический момент. Что это? О, свеча. Я так понимаю, что я лишний. Now. Свечу. I hope it will stand here. Oh, давайте you can hold, you can hold, yeah? Thank you so much. Okay, to my translator, thank you so much for your work. I want you to be part of this one. Okay? Now, we are going to start by shuffling the small pile. Итак, перемешиваются карты. Pile of cards like that. Now, this is the way we are going to work. I'm going to do like this. And then you say stop. Скажешь стоп? Конечно. Understand? Yes. Okay. We want to start with her first. Okay? Okay. And then when you have the card, I don't want you to show me. Okay? Just не показывать вам карту. Put yourself, okay? Okay. Stop. Stop. Take the card. Stop. Stop. Take the card. Don't show me, okay? And stop. Stop. Okay. Last thing I want you to see, I'm going to turn around, I want you to show the camera, I want to see it, and then I want you to put inside. Okay? Хорошо, окей. Мы показываем карты. And и теперь мы должны положить, да? Не сверху, а вовнутрь, да, мы так понимаем? Yeah, put and shuffle, put everything inside and shuffle. Давайте размешаем. Давайте. Давайте я размешаю. Вы запомнили главные свои карты? Да, конечно. Я думаю, зрители тоже запомнили. Все? Почти. Сейчас Урмат тоже пробует свои магические способности, хотя бы для начала перемешивать карты. Отлично. That's all. So we are ready. That's all, yeah? Yeah, just put it down. A piece of paper. Okay. Can you just close your eyes, please? I want to focus for that number, okay? The number that you have, okay? I want you to follow my voice. I want you to put all of them together in front of me when I'm going to fold the paper. Okay? Put together. When you finish, tell me, okay? Ready? Enough? Okay. Open your eyes. Open your eyes. I want you to see this happening now, okay? Wow! This is that happening? Where do we see? Так, что ты достал, Эндрю?
Там сейчас номера будут наши карты, наверное, написаны. Да, не. Да? How? 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 Yes, how? How? This is magic, really. I want you to go and think about it. Возьми, подумай об этом. Отличный совет от Эндрю. Еще раз, я думаю, поаплодируем, потому что... Thank you. Действительно, сейчас была романтика и магия у нас в студии. Спасибо большое вам огромное, потому что вы подарили нам... Вот, волшебство, радость, и да, радость, волшебство. Да. Еще один трючок. Давайте, напоследок. Одно из моих изобретений. Приготовьтесь, это страшно. Это змея. Слава богу, что она почти не настоящая. Нет, пожалуйста, не подходите ко мне с этой смехой. Ну, я думаю, на этом можно заканчивать. Позитивная нота для окончания нашего эфира. Я хотел бы напомнить, что в гостях у нас был Валерий Бастраков, Эндрю Семью и наш переводчик Берлик Вайгерев. Спасибо большое, что пришли, подарили нам радость. Да, дорогие телезрители, не переключайтесь, Утролайв продолжится через пару мгновений.